Ах ты ж, сука, только вот, только вот. Ну смотри, либо мы пытаемся найти второй спринт, вроде, ой, второй препарейшн, чтобы дать назаусы вот это. Либо ставим назаусы, если его не убивают, тогда сыграем. Давай шпионаж, если, ой, назаусы, если не убьют, сыграем шпионаж. Так, серьезная заявка. Еще три дамага. Серьезная заявка. Но похоже, наш товарищ сейчас простоит на столе, да? Значит, мы вдруг получим очень много карт. Очень много, это 7. Так, вот я сейчас что-то не понял. Где наш армор? Где наш, блядь, армор, сука, падва? Ой, блядь, столько карт, ни одного армора. Ёпта, бля. Где ж, блядь, армор, а? Ёпта, бля. Ёпта, бля, где же армор-то, бля? Столько карт. Поздний, 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 поздний. Рома, а ты знаешь, что говорят женщины, когда видят большой член? А я вот знаю. По поводу попугаем! По поводу попугаем! Дима, ты знаешь анекдот, который гомосека мне рассказывает? А я вот знаю. Мы зашафлим. Если сейчас не бьют, мы зашафлим. Только не убивай. Бля. Пизда, Тесс. Бля. Нихуя себе. Да, проблемки, проблемки. Ну я не знаю, мы должны что-то крутое достать, иначе нам пиздец. Сила тотема, заебись. Два дождя из жоп. Перегруженный кристалл. Не, нам оружие не надо. Ёбаный ты, вот, Батлкрая. Ну, с Батлкраем у нас как раз проблема. Из пулов домогающих нет. Ёбаный ты, урод. Можем нихуёво так перегрузиться. Нихуёво так перегрузиться можем. Тессом, конечно, у нас спиздил, да, что отменяет Батлкрай Дрожеглот. Ну что, у нас там лиса воровала чужую карту, мужик 4-3, по-моему, может копать, да? А, еще двух этих, двух прихвостней можем положить, если будет с комбо. Дрыж мало чего сделал, он, во-первых, ничего не сделал со столом, а во-вторых, нет места в руке. Это дождь и жаб, аллилуйя, это дождь и жаб. Нам бы спел какой-нибудь домогающий. Какой-нибудь домогающий спел. Как интересно. Как интересно. Как бы нам вот это вот ёбнуть? Блять, а нам уёбнуть только если молот рока надеть. Ну нет, это неприемлемо. Ой, как так вышло, что при таком количестве карт в руке нам нечем убить одно существо? Яд бы на пушку, да, яд бы на пушку, да, это правда. Слушай, у нас столько карт в руке, и все это говнище. Ну, если сейчас Дрожеглоту повезет выжить, мы его заказним. Можно даже попробовать сейчас препарейшн это сделать. Вот такая карта мне нужна, какой-нибудь, да, какой-нибудь шторм, чтобы Санега разума. Сейчас закозним, да? Может быть, мы даже два раза туда его закозним, как вы считаете? Все равно все комбы уже ушли. А что, бесконечный Дрожеглот? Давай, 5 и 5, да? Нормально же, 10 Дрожеглотов. 37 карт, из них 10 Дрожеглотов. Кто сказал, что это плохо? По-моему, это просто заебись. Карты из руки раскидаем, можно будет играть. Оружие, конечно, украли. Не пришей кобыли хвост. Что не карта, то пиздос какой-то. О, ну наконец-то пошла игра какая-то. Наконец-то пошла игра, ребята. Есть у нас одна очень сильная карта, ее надо сыграть. Ну, давай, давай.
вообще. Бля, ты, сука, фартовый. Я фартовый хуй. Во, ему фартануло, жесть какая. Ой, я не могу с этих лохерков саных, а. Просто не могу. Привет, привет, привет. Это дождь и жоп. Аллилуйя, это дождь и жоп. Хей, хей. Как тебе Мурка Шаман? Пока ни сам не играл, не встречал против себя. Будем всяким разным играть, всем подряд по очереди. Пока вот мне очень Рога на Ворсте нравится. Как обнова. Пока, ребята, пока нравится. С другой стороны, все обновы, они первое время, первые три дня всегда нравятся. Всегда. Ни разу не было, чтобы вышла обнова, в первый день все бы кривили нос. Первые несколько дней не показательно. Слушай, он так удачно достает, я прямо завидую. Ладно, не пора ли нам АУЕху достать, как вы считаете, друзья? Ну-ка, мне дробитель сюда, это плюс 5, минус 4, это 17 хп, дождь и жаб. Перегрузка. Блять, вот это хуй вообще без пол сидит, как так-то? 7 карт у него осталось. Мы сейчас на фатиге выиграем. Слушай, ну я так понимаю, интересно, свой батлкрай потеряет или нет? Это просто интересно, давайте узнаем. Просто интересно, как это работает. Смотри, мы сейчас возвращаем в руку. Останется ли батлкрай при нем? Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, как слышно. Да, остается. Ну ладно, ходи. Я вообще бы за то, чтобы большая ротация происходила не раз в год, а три раза в год. То есть карты к нам приходят новые три раза в год, а уходят один раз в год. Я считаю, что нужно сделать так. Пришел один сет, ушел один сет. Это будет ротировать Харстон три раза в год. То есть смотри, вышел новый Харстон фактически, да, и все играют с удовольствием. То есть после выхода нового сета все играют с удовольствием. Но это один раз в год. А так будет три раза в год. Ты что там, говна что ли? Ёб твою мать, на 14. Нихуя себе, сказал я себе. А билку забыл прозвать. Ну, такой вот я глупый, невнимательный. Сука, можно, блядь, спел, блядь, какой-нибудь? Ебать вас сраку, блядь, полайстилить бы, чтобы, блядь. Пизда, сука, нахуй. Заебало. Спел, блядь, какой-нибудь под препарейшн, сука, блядь. Что происходит в МТГ после ротации? Они остаются на руках, играть где-то могут. Да, ну тоже такие, типа, вольные режимы местные. Ой, ебать сраку, какой же фартовый просто пиздос, блядь, просто нахуй. Столько, блядь, карт взяли и такую говна ебаную натащили. Просто пиздец. И вас также. Самый-самый тупой анекдот про Василия Ивановича и Петьку, но от того, что он тупой, он и становится менее прекрасным. Он просто совершенно потрясающим, просто он виртуозный. Есть такие математические всякие разные анекдоты. Короче, занимательная математика. Так вот, Василий Иванович вызывает к себе Анку и говорит: Анка, в части, то есть в дивизии, жрать нечего. Поэтому вся надежда на тебя. Ты у нас единственная баба, иди и денег заработай. Она говорит: как я заработаю? Как? Говорит: проституция. Ну, делать нечего. Анка приоделась, надела там чулочки, в дырочку, в клеточку, не знаю, сережки большие повесила, лицо намазала. Идет в стан к белякам. И говорит: здравствуйте, уважаемый сержант, там стоит на часах. И говорит: я проститутка. Он говорит: сколько стоит? Говорит: 15 рублей. Не, 15 рублей это дорого. Говорит: вы попробуйте, может, вам понравится. Он говорит: хорошо. Значит, я пробую. Если мне нравится, я тебе даю. Если нет, ничего не дам. Она говорит: ну давай, конечно, что нет. Попробовал сержант, так ему понравилось, дал он ей 15 рублей. Дал 15 рублей. И чтобы прогнуться, повел ее к старшине. Старшина тоже попробовал, ему очень понравилось. Дал ей 150 рублей. Чтобы прогнуться, повел ее к полковнику. Полковник тоже с ней переспал, очень ему понравилось, дал ей 1500 рублей. И повел ее к генералу. Генерал отведал, так сказать, вот этого пролетарского тела. Ему очень понравилось, дал ей 15 000 рублей. Вышла Анка на улицу, сосчитала денежки. Получилось у нее 16 665 рублей.
И вот она думает, если я все деньги отдам Василию Ивановичу, эта же скотина все деньги пропьет. Вот все пропьет же. Надо что-то заначить. Думает так, я дам ему 10 тысяч, остальное возьму себе. Приходит в дивизию, сидит Василий Иванович, что-то пишет за столом. Она говорит, Василий Иванович, вот принесла, заработал 10 тысяч рублей. Он говорит, молодец, Анка. Сколько было мужиков? Она говорит, четверо. Он говорит, так, если мужиков было четверо, значит, у них было 8 яиц. Правильно? Она говорит, правильно, Василий Иванович. Говорит, так, когда они, говорит, тобой пользовались, у них стояли? Она говорит, ну, конечно, стояли. Говорит, так. Когда они наигрались, у них упали? Она говорит, ну, конечно, упали. Говорит, так. 6666 плюс 9999 получается 16665. Кого танка хочешь обмануть, а? Brave boys, stay, 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 stay.